Всем привет, с вами снова я, Димас Дай, и сегодня я буду играть в игру Command & Conquer 3. Буду я начинать не с кампании, а уже игры по сети. Кампания будет немного позже. Так получается, пока у меня есть возможность, буду играть по сети. Выбрал я всем рандомного игрока. Вот его ник. Итак, сейчас он нажмет готов. Жми. А, он уже нажал готов. Вкратце пытаюсь рассказать, что и как. Надо, скорее всего, кампанию проходить сначала, но пока есть по сети, могу по сети. Так, начинаем. Я играю за ГСБ, это моя самая любимая раса, скажем так. Он за нот. Карта довольно-таки хорошая, очень много Тиберия, особенно вот тут, вот в этих местах. Так, начинаем. Сразу разведчика сюда. Подготовка. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Строится. Так. Разведчик. Потом разведчика сюда. Пришло время экспансии. И разведчика сюда. Подготовка. Строительство завершено. Так. Вот это строим, нам понадобится. Казарма нам понадобится тоже так же. Так, тем временем у меня казарма уже готова. Так, казарма быстрее создаем рабочих. 8 рабочих. Ну, не рабочих, а инженеров я это просто называю. Так, тем временем сюда у нас идет вот эта фигня. Так, у нас готов обогатитель. Тут разворачиваем наблюдателя. Так, ставим оружейный склад. Потом военный завод строим. А тут у нас строится генератор энергии. Вызываем еще одного, только он сюда уже поедет, да. Генератор. Вот это. Сейчас у нас оружейный завод. Ой, военный завод построится. Тут создаем 5-4 комбайна. Нам столько хватит для начала. Так. Можно еще один обогатитель построить. А, так, аэропорт. Так, энергосушитель. Так, тем временем наших инженеров посылаем к вышкам, чтобы они их заплатили. И мы будем получать ресурсы. Вот эти вот наши денежки. Так, я, наверное, сейчас прокрутку скорость увеличу. Потому что так медленно мне немного начинает подбешивать. Так, захватываем постройки. Еще у нас инженеры есть. Так, еще. Так, и последнего сюда. Так, тем временем у меня уже готов обогатитель. Ставим сюда. Сюда же вот это. Тем временем делаем вот так. Это разворачиваем. Это разворачиваем. Это тоже сейчас будем разворачивать. Сейчас доедет. Разворачиваем. Начинаем. Так, вышку иди. Вышку. Так, поздравляю. Кого я поздравляю? Сэмся. Мы закатили все вышки. У нас теперь будет быстрее ресурсы и больше. Так, тем временем делаем вот это. Вот так. Вот так. Так, противовоздушное. Во. Так, ставим еще один генератор. Еще генератор. Так, ставим еще ПВО. Вот это. Так, 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 нам нужны солдаты. Сюда. Так, я сейчас быстренько сделаю пару подпусков быстрее. Ну что, медленно. Немножко начинает подвешивать. Так много надо ракетчиков, инженеров.
строительства. Так. Вот это вот сюда. Так. Хранилище Тиберия. Так, еще одно ПВО вот сюда вот. Ну что, противник. Опасен. Это вам не бот уже какой-то, который может вообще тупить по-страшному. А настоящий живой игрок. Знаю, игроки могут попасться разные. Но будем осторожны. Так, тем временем сажусь аэропорт. Создам-ка я одну посадку. Так, тут. МСС создадим. Так, еще реактор. Так, тем временем ресурсы идут, идут. Так. Хороший ход. Но надо будет это сейчас делать. Для него. Так, вот это строим. Так, аэропорт делаем ястребов. Тут. Так, сейчас МСЦ пошлем вот сюда, чтобы сделать вторую базу. Ну, если можно так сказать, вторую базу. Так. Сделаем еще один кран. Так, у нас уже ультразвуковая пушка. Строительство закончено. Так, станция спутниковой связи закончена. Строительство. У нас есть звуковая волна. Так, тем временем можно посмотреть, что там у противника. Ведь нам это важно. Ой, не то. Так, смотрим. О, скажу вам, сильный попался. Так. Используем звуковую волну. Волну. Мародеры можно. Но не большой такой. Ну хотя. Нормально мы так по нему попали. Так, ставим еще одну такую. Ой, что это было? Так. Тем временем. Ставим еще сюда один реактор. И сюда один кран. Так, у нас МСЦ уже движется. Скоро прибудет на место встречи. Опять он меня тралит. Так. Ракетчики. Ой, подлагать немного, потому что это зависит не от компьютера, а то, что играем по сети, много объектов, это немножко подлагать. Тем более у меня еще довольно-таки слабый интернет. Так, где он генератор? Они нам понадобятся. И их тут, наверное, заместимся. Так, забыл. Забыл. Сделать улучшение. Очень полезные совершения. Нам помогут намного быстрее уничтожить противника. Так, где вам аэропорта? Тоже нам понадобится. Так. Сюда идите. Опция. Так, нас закончили. Застроились аэропорты. Аэропорты. Сейчас их разместим. Вот так. Так, чтобы я мог потом все самолеты взять и вызвать. Вот так. Вот так. И в этих аэропортах создаем ястребов. С ресурсами не успеют набираться и убивать. Довольно-таки прикольно. Так. Что бы нам сделать? Так. Я бы сейчас завод, 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 казарма, казарма. Сейчас бы мы собрать ресурсы. Так, тем временем у нас готово улучшение или нет? Да, у нас закончилось сотный корректор улучшения. Делаем, ставим тут казарму. И тут казарму.
Так, сдаем бойцов. Много аркетчиков, потому что у них большая сила. Также нам понадобится военный завод. Делаем танков всяких. Так, в итоге... Опять он меня таралит. Но ничего. Так, 1000 на мане. Плохо, когда карты нет. Он построил уже храм Нот. Так. Тем временем собирается все же такая большая армия. Укажите цель. Так, сюда снайперов по-бырому. Сюда десант, бунчи, звуковые, по-бырому. Сюда. Сюда же... Нет, поместится. Сюда. Штурмовую группу. И будем нападать. Главное, генератор уничтожить и все. Ничего. Солдат надо быстрее это уничтожить. Блин, вот. Не вовремя. Бежите, давай, солдаты. Давай, давай. Не по Тиберию жить. Дураки. Ну, уничтожили его, конечно. Не знаю, что это было. Что это было, не знаю. Потому что... Тем временем, где у нас чикернаут? Так, надо много чикернаутов. Сейчас увидите, почему. У снайперов. Чем играть за ГСБ? Так. Сейчас уничтожу. Но не палите, ребятки. Ну, где я быстро? Почему-то не стрельнул. Я не стрельнул. О, теперь Петерноги подключилась, но мы потеряли снайпера. Это печально, конечно. Так, выдвигаемся. 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 Двигаемся все. Он решил так. Ну хорошо. Так. Тут что не создались. Так. Ястреб в пути. Все, выше, выше. Уже летим. Так, давайте мочим храм Нот. Уничтожили лес. Ой. Ой. В здание быстрее. И убивать их. Давайте. За нами летят вражеские самолеты. Это плохо. Мы их подбили. Немного. Так. Тем временем. У нас есть армия. Ой. Очень. Да, хорошо. У него много. Ё-моё. Короче. Отступаем. Тут уже... Он тут уже нас уничтожил, можно сказать так. Так. Ой, тут уже большие потери самолетов. И тут... Так, тут еще хуже становится. По нам падает.
Видимо, всех солдатов уничтожены. Так, мотируем. О, у нас еще старый. Давай, солдаты. О, быстрее, огнечка. Правда. Хорошо все. Хорошо. Так, быстрее в здание. В здание давайте бежите. И стреляйте туда. Что? Откуда мне тут солдаты были? Ладно. А, вот мой снос КСБ. Смотрим. Так что пытаемся уничтожить мародера. Мины, как я не рассчитал там. Тупанул. Тупанул, знаю. Пускай хоть какая-нибудь охрана будет. Правда, что будет. Как минимум. Так, минуточку, мне звонят. Я сейчас приду.